Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хем. Як завжди, в цей час говоримо про важливі події. Ви знаєте, яка у нас головна, на жаль, важлива подія. Обговорюємо боротьбу з епідемією в країні, в місті, зокрема, з лідером фракції «Українська морська партія» Сергія Ківалова в Одеській міськраді, пані Світлана Солонко. Вітаю, пані Світлана, як завжди в нашій студії. Наскільки я знаю, буквально там сьогодні мала бути позачергова там сесія міськради. Вона не відбулася. А чому не відбулася? Яке питання основне виносилось на сесію? Добрий день, Виталий, если он добрый, исходя из того, что происходит сегодня в мире. И мы понимаем, что уже сегодня фактически 20 тысяч людей умерло, и почти 500 тысяч в мире заболело этой страшной пандемией, коронавирусом. Поэтому я в первую очередь хочу выразить слова соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия. И хочу обратиться ко всем, кого она не коснулась, быть осторожным и сделать все для того, чтобы все в наших руках. Мы должны сделать все для того, чтобы эта страшная трагедия, коронавирус, не коснулся наших семей. Поэтому я в первую очередь хочу сказать, что меры предосторожности, и это та ситуация, когда очень много зависит от нас, от нас самих. И ну, давайте будем реалистами, надеяться на власть, на президента, премьера, ну, сегодня уже не приходится. Поэтому наша жизнь сегодня, это уже просто там не высокопарные слова, а реальность, наша жизнь в наших руках. Что касается сессии городского совета, действительно планировали провести, потому что городской совет планировал освободить от арендной платы ряд арендаторов, даже не ряд арендаторов, а всех арендаторов, которые не сегодня ввиду пандемии не ведут свою деятельность, потому что ну, это более чем тяжелейшая ситуация, которая ударила ну, просто по каждому. Эта ситуация ударила уже сегодня по каждому, как минимум финансово, ну и морально в том числе. Торгово-промышленная палата вчера приняла решение о том, чтобы признать коронавирус форс-мажором. Соответственно, у всех предпринимателей во всех договорах прописаны, вот знаете, это тот случай, когда никто никогда особо не читал раздел форс-мажор, потому что такого в стране, в мире, в городе не было никогда. И ввиду того, что Кабинет министров обратился, Верховная Рада приняла и дали эти полномочия, Торгово-промышленная палата признала коронавирус и ситуацию, которая происходит сейчас у нас в стране, форс-мажором, соответственно, вступают в силу те договорные ситуации, которые у каждого в договоре прописаны как форс-мажор, соответственно, ну, там, исходя из договора, предприниматели не платят, когда они не используют ту иную там, площадь, помещение, коммунальную собственность, не имеют значение. Также фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова, у нас было заседание два дня назад, также планировалось внести проект решения, он будет обязательно внесен на очередную сессию городского совета, сейчас мы его разрабатываем, потому что ну, это, ну, каждый вопрос, который сейчас связан в это время, он является сложным. Сложным, потому что мы все давайте будем реалистами, мы все не готовы были к этой ситуации, четкого плана инструкции, протоколов медицинским термином ни у кого нет, что, как поступать в этой ситуации. Но наша фракция выступает с инициативой, чтобы Одесский городской совет разработал механизм, я думаю, обратился и в Верховную Раду, и в Кабинет министров, потому что я думаю, что надо расширять как бы круг, чтобы, так как мы да, идем на встречу предпринимателям, и это понятно, потому что сегодня ну, очень тяжело любому бизнесу, я не знаю, большому, среднему, малому, тяжело просто каждому, каждому из нас сложно, чтобы реструктуризировать, либо те люди, которые получают минимальную зарплату, либо пенсию, были освобождены от коммунальных услуг. Потому что, ну, давайте из реального, люди будут выбирать жизнь,
а не оплату за коммунальные услуги. В любом случае, сейчас уже пошла тенденция не оплаты коммунальных услуг, и это абсолютно очевидная ситуация, потому что люди попросту лишаются работы, им просто не за что платить, и ну, у нас у 80-90% граждан просто нет какого-то там, я не знаю, запаса денег под матрасом, чтобы жить месяц, два, три, год, и очевидно, наверное, мы все прекрасно понимаем, что весь мир находится на за шаг до мирового финансового кризиса, который будет, ну, безусловно, к сожалению, логичным после той ситуации, которая происходит сейчас с миром. Также на фракции мы обсуждали такой, я считаю, ну, более чем весомый вклад нашей команды, команды Сергея Кивалова, потому что это была его инициатива как лидера, и фракция, безусловно, его поддержала. Сейчас все мы работаем над открытием центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии. Такое, может быть, длинное название, но ну, я, когда общаюсь с людьми, они говорят, ну вот круто, вы действительно это делаете. Действительно делаем. Сегодня, в настоящий момент, аудитории Международного гуманитарного университета переоборудовываются в, да, в больничные палаты для того, чтобы осуществлять интенсивной терапии, для того, чтобы в случае, я еще раз говорю, тысячу раз нужно делать все для этого, чтобы, да, какого-то вала больных не было, но в случае необходимости для того, чтобы Международный гуманитарный университет, его медицинский институт, кафедра смогла принимать больных, делать тесты на коронавирус, делать вентиляцию легких. Национальным университетом и Международным гуманитарным университетом закуплено 4 ИВЛа, аппараты искусственной вентиляции легких, которые, ну, жизненно необходимы для того, чтобы спасать человеческие жизни. 10 тысяч тестов на коронавирус. Сегодня мы, как и вся страна, ждем эти тесты и эти аппараты, которые сегодня стоят на таможне. Я очень надеюсь, что ситуация сегодня-завтра разрешится, потому что я, насколько знаю, что ситуация такая, она абсолютно идентичная, идет по всей стране, и, ну, я думаю, что на уровне правительства и президента эту ситуацию должны решить в кратчайшие сроки, потому что сегодня, безусловно, вся страна, все города, районы, области, все здравомыслящие люди готовятся к тому, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями и быть максимально готовым. Наскільки я розумію, давайте це більш детально про відкриття центру. Центр, наскільки зрозуміло, він буде там на базі юридичної академії, а клініка на базі Міжнародного гуманітарного університету, медичного інституту. Тобто вже роботи якісь розпочалися. Да? Вчора там були парти, стільці, а вже за кілька днів, якщо все, ну, з організаційної точки зору буде там вдало, ми вже побачимо зовсім іншу картину. Так, дуже хотілося, щоб воно не знадобилось нагоді, але все ж таки повинні бути якось готові. Я хочу сказати, що к ініціативі Сергія Ківала, який є почетним громадянином міста Одеси, ну, я думаю, що повинен вот кожен чоловік, кожен на своєму рівні, ну, включиться. Вот не то, что, потребно, понимаете, да. Просто меня, насколько, знаете, расстраивает ситуация, все наши олигархи, все наши правители, управители, министры разваливали систему здравоохранения очень планомерно и всю независимость Украины. У нас, давайте посмотрим, у нас осталось то, что вот осталось со времен Советского Союза, то, что не успели доразвалить, то и осталось. И, соответственно, все они четко были уверены, что они будут лечиться в Италии, в Испании, в Израиле. А сейчас опа, и мы четко понимаем, что мы, каждая страна, вот то, что, да, то, что мы сумели создать, вот таким образом мы и будем выживать. Поэтому я вижу там достаточно одинокие случаи, да, там в Харькове, в Одессе, Сергей Васильевич, когда ну, люди четко понимают, что
да, нужно делать что-то однозначно. Есть ответственность у каждого из нас перед той ситуацией, которая произошла. И начинают, да, объединяться, выделять огромные деньги, открывать центры для того, чтобы, ну, весь социально ответственный бизнес, знаете, вот даже понятие социально ответственный бизнес, то есть все сегодня, у кого есть какие-то возможности, должны координироваться и оборудовать палаты, делать медицинское оснащение для того, чтобы, вот пускай лучше нам оно не понадобится. Но я еще раз говорю, каждая страна оказалась сама с этой ситуацией, да, где-то есть какая-то помощь. Я вам хочу сказать однозначно, что наше общество давно больно вирусом безразличия, равнодушия, вирусом агрессии, и только этот вирус, да, вот такой невидимый вирус, начинает немножко объединять людей. Потому что еще вчера мы конкурировали, вот все мы, я имею в виду страны, люди, правители, конкурировали, какая корпорация кого поглотит, курс доллара, евро, у кого придут Олимпийские игры, либо евро, у кого красивее туфли. И сегодня, да, сегодня мы должны научиться радоваться простым вещам, научиться радоваться солнцу, небу, весне, которая расцветающимся, распускающимся деревьям, оживающей природе. Поэтому, знаете, уже к этой ситуации подходишь и цинично, с одной стороны, а с другой стороны уже где-то философски. И четко понимая, что в данной ситуации, знаете, вот эти мемы, которые на Фейсбуке «Спаси мир, останься дома». Знаете, это именно та ситуация, потому что я, ну, созванивалась, у меня есть знакомые в разных странах, и я говорила совсем недавно со своей знакомой из Португалии. Говорю, ну, как-то в сводках Португалия сильно не фигурирует. Говорю, как вообще обстоят дела? Говорит, ну, дела обстоят так же, как и во всем мире, 2000 заболевших, ситуация, в общем, не очень хорошая. Ну, говорит, вот прогуливались возле океана, говорит, буквально вчера там знакомая ее, подъехала полиция, тут же их оттуда эвакуировала, выписала им штраф по 500 евро, доставила домой и почти на всю страну позор и порицание. У нас, к сожалению, люди, как вам сказать, ну, немножко, я бы сказала, где-то легкомысленно относятся, потому что я, к примеру, живя недалеко от Парка Победы, очень часто, едя домой, да, когда еду домой, наблюдаю, когда там мамы на детских площадках гуляют с детьми. Ну, мне кажется, это более чем неответственно, потому что в этой ситуации, ну, действительно нужно придерживаться правил карантина, и тогда мы преодолеем, даже не тогда, мы абсолютно точно преодолеем эту пандемию, этот вирус. Мы абсолютно точно выживем, всех переживем, и мир такой, как был вчера, он уже никогда не будет завтра. И я очень надеюсь, что все мы сделаем выводы из этой страшной ситуации, которая захватила весь мир, и, ну, немножко по-другому будем относиться, просто друг к другу. А тихо, хоч і підкреслити, це після цієї ситуації, неважливо, скільки вона ще там буде йти, там місяць, півтори, два, все ж таки з якимось позитивним таким багажем хотілося б вийти. Так, до себе ставитись інакше, так, до оточуючих, до оточення, але все ж таки там стежити за здоров'ям, стежити там за охайністю, за дисципліною, і повинен якийсь плюс бути такий. Послушайте, ну давайте так, ну от примірю ситуацію на себе, от кожен із нас постоянно идет к какому-то карьерному росту, финансовому благополучию, зарабатывает деньги, теряет здоровье. Ну, в общем, замкнутый круг, который происходит, ну, безусловно, каждый день. Поэтому сегодня как раз пришло время осознать, что мы делали не так, и абсолютно по-другому начать мыслить и относиться к себе, к своим семьям и друг к другу. Пані Світлано, я хотів би, щоб ви повернулись до одеситів. Ось ви такий приклад в парку такий навели. Все ж таки карантин, так, щось, можливо, не досить там комфортно, але заради здоров'я потрібно все ж таки притримуватися.
дотримуватися. Віталій, карантин – це не комфортно нікому і ні при яких условиях. Взагалі нікому не комфортно. Доїхати невозможно, виходити не можна, діти вдома. Я як працююча мама прекрасно розумію, да, всі ситуації, коли ребенок і вдома цілий день дурдом. Я говорю, не знаю, хто перший з'їсть ребенок собаку или собака ребенка, потому что я так, ну, не то чтобы стараюсь, у меня за время карантина ребенок так почти в кульке один раз выехал к бабушке в соседний дом, и то на машине. Поэтому я, ну, как бы, ну, стараюсь придерживаться карантина, и я считаю, что вот, ну, знаете, смотришь, идешь, вот вопрос там масок, который там более чем актуален сейчас, дорого, дешево, нету. Да каждый сам может дома себе пошить маску, потому что, ну, идешь по улицам Одессы и понимаешь, что, ну, 10% в масках, ну, вот просто 10% в масках, и, ну, это такое вот какое-то такое отношение, в первую очередь, самим к себе. Также хочется сказать, чтобы все уважаемые, состоятельные, просто все люди, вот сейчас, у кого есть возможность, в первую очередь, у кого есть возможность, брали пример с лидера Украинской морской партии Сергея Васильевича, потому что, ну, создание такого центра, ну, можно сказать, автономного от города, от области, это такой, ну, более чем беспрецедентный случай, и все, у кого есть возможность, ну, должны делать все для того, чтобы преодолеть эту пандемию. Я вам хочу сказать, мертвым деньги не нужны. Поэтому все наши чудные олигархи, которые воровали на нашей стране все эти годы, ну, должны сейчас доставать деньги из карманов и думать в первую очередь, как выживать им и каждому из нас. Потому что, ну, потому что в нашей системе здравоохранения, ну, говорить о том, что есть недочеты, ну, это просто очень мягко сказать, либо не сказать ничего. Отже, будемо стежити за ситуацією. Дякую вам, пані Світлана. Бажаю вам успіхів вашим колегам. Дякую за роботу і будемо сподіватися на краще. Дякую. Спасибо. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Будьте здорові.